И всем привет, с вами Нидерамос, мы продолжаем проходить сюжетку Cabal Online. Да, на сей раз нам нужны клыки львинорогов зомби, это не так сложно. Львинорогов зомби тут как бы до хрена на самом-то деле. О, еще эти ассасины нам нужны точно. Ассасины на самом деле до хрена чуть-чуть в другом месте. Я же не знаю, туда идти или нет. Я пока вот этих все-таки лучше побью. Давайте, уже подыхайте, вы меня достали. Кровавого это мне уже не нужно, так что просто возьми и успокойся. Че за звук был? Ух ты, подлечиться надо. Ладно, львинорогу зомби бей. Вот это кусок. Я сказал, бери эту штуку. Оп. Совсем немножко не хватило, чтобы его добить сейчас. Отлично, еще один клык. Сколько там этих ассасинов? Я просто не мог пропустить такой замес. Так, ты мой? You are мой. Так, ты? И вот ты мой. Ладно, этого я ставлю боту. Вам не все равно этот львинорог не нужен ни хрена. Что за гениальное существо? Взял, почти добил львинорога и ушел. Опаньки. Давай, сдохни отсюда. Сдохните отсюда. Тут ничего не валяется, к сожалению. Давайте соберем толпу. Блин. Зачем ты его паралич схватил? Тут. Ты угораешь, да? Я думаю, мне сейчас хватит, а там еще лишние выпадут. Еще два этих надо выбить. Два крыха. Давай, сдохни уже. Отлично, хотя бы один. Ну, сейчас вы мне должны дать этот клык ваш. И ассасин остались. 9 клинков ассасинов. Погодите-ка. Ни хрена себе. Я такое свойство не знаю. Вот это пробивание брони. Ну, пробивная способность. Я не знаю, что это за хрень. Если я ее никогда не видел. Или, может, видел, но не пользовался просто. Забавно. Узнавать что-то новое об игре. А это они издают звуки, похожие на звук падения металлических доспехов.
Ох уж они чайники-то какие. Куда ж ты так живешь-то долго? Да чтоб тебя. Стоять, я сказал. Опа. Замечательно. Уж три надо. Три клинкореза. Клинкореза, и вы где? Что-то вы ни хрена не падаете, я заметил. А вот вы, падаете. Вот эти-то хитрозадые штуки. Ох уж эти хитрозадые штуки. Какого хрена выжил? И клинок еще один. Теперь нам к Сириусу надо подойти. Погодите-ка. А, он где-то в джунглях вообще поселился, гад. Что-то совершенно как-то не подумал, что... Ну, забыл. Что он в джунглях может селиться. Такой полупризрак. Тогда идемте туда. Алхимик, иди сюда. Не знаю, зачем я их беру. Прекрасно, это именно то, что мне нужно. Надеюсь, хватит, что сражаться с единорогами зомби совсем непросто. Благодарю. Я за очень хорошие деньги, ведь тебе пришлось поплатить. Ну, чтобы они опыт и деньги поменяли. Чистый мужик. Так, тут ничего нет, тут ничего нет. Ну, к Надлеру потом сходим. А, нет. А, тут. Этот квест какой-то вообще странный. У него название совершенно не то. То есть, он никакого отношения к Надлеру не имеет. Огромное спасибо. Думаю, если над этими кликами немного поработать, получится великолепное оружие. Слушай, мужик, иди сюда. Иди сюда. Забери эту хрень. Больше хрени не забирай. И у самого хрень кончается. Куда мне надо? А, вон она, зараза такая. В общем-то, и в Порт-Люксе, и в джунглях эмблема этого пустыни на полу лежит. Забавно. Ну, а вот ты. Удалось найти последнюю карту? Да, вот. О, маленькая карта может быть ключом к спасению мира. Молодец. Еще бы. Еще бы не хватало. Послушай, возьми-ка снова последнюю карту Апокалипсис. Идти ее алхимику Тески. Какое-то время работал в форте Руина, потом вернулся к себе в джунгли отчаяния. Покажешь его карту, он кое-что тебе даст. Главное, чтобы не по башке он мне дал. Этой же картой. Это было бы не очень приятно. Так, он где находится? Да, вон там, собственно. На севере. Прямо отсюда.
А, что такое? Верно, вот мы уже видеть. Значит, тебе прислал Сириус, да? Дай-ка мне эту карту. Готово. Вот тебе особое устройство. И специально для тебя по просьбе Сириус. Нет времени объяснить, что как оно работает. Сириус тебе расскажет. И бери скорее, а то мне держать тяжело. А возьми-ка еще эту карту и передай ее Фриду. А, меня сюда Сириус послал. Я долго тебя ждал, наблюдая за тем бесстрастным стариком. Вот последняя карта. Хм, ты хочешь, чтобы я взял эту карту? Понять не имею, зачем ты. Давай вернемся к Сириусу. Логично. Вот-то-то-то. Отлично. Все, как и просил Тески. Да, покажи-ка особое устройство. В этом особом устройстве хранится энергия карты Апокалипсиса, которая моментально остановит Бога разрушения. Однажды оно тебе пригодится. Я отдам его, когда настанет время. Снова к нему. Замечательно. Иди сюда. А, к Фриду. Я поговорил с Сириусом, думаю, что ему будет безопаснее вернуться к нам с нами в дом мертвых. Я позабочусь о Сириусе, но на это понадобится время. Отправляйся в дом мертвых. Меня беспокоит, что нам остались только Арианель и Редрикс. Хорошо. Возвращаемся. Да, ведь у нас рука даже в чистом виде сама по себе сияет. Это уже забавненько так. Тоже бот, да? Штука такая хитрая. Или это бот? Ну что, непонятно у них. Либо просто у них ники такие настолько странные, что я их... Моей логики не хватает. Хотя понять, как с такими никами играть. Ну не нравится мне. Почему-то... Что-то мне нравится бегать... персонажу, у которого нормальный ник, то как-то странно бегать с персонажем, у которого ник набор символов. Да, это очень актуальная подсказка для меня про это, про военный опыт, учитывая, что я на войне нации не участвую. Тум-тур-лон-ту-там-парам. Игра, давай. Давай, игра, ты сможешь. Ну вот и мы. Так, тут бегают боты, значит можно посмотреть, что у них тут творится. И не только боты. А, да, нам в дом же надо. Точняк. Ой, меня навестил патрон. Вид у него был болезненный. Он пришел, что выразить свою последнюю волю. Он просит запечатать его, говорит, что если он исчезнет, прекратится все несчастье. Да? Пока я колебался, так я прожил Серебролес. Что? Серебролес проходил? Он пытался выполнить свое второе предназначение, захват. Хотел украсть седьмой осколок камня, что хранится в теле патрона. Пытался его убить, а потом... Вердрикс пытался остановить его. Только не печалься, я лишь следовал второму предназначению. Второе твое предназначение. Жертва. Я рада, что патрон уберегся от серебра леса. Воитель. Защити не варят от великого разрушения. Следим Корианель, пока нас там не прибили. Вердрикс, не могу так ее отпустить. Мы все знаем это. Смерть Вередрикса строит похороны, чтобы ее душа нашла покой. Сюда идут Фрид и Сириус. Найди Рин и Юани тайного клинка и собери их здесь. Ты найдешь в местах исследования, что в землях нежить. Да. Еще на одного товарища у нас меньше. Ты его бесите. Экс, где там это место? Далеко. Далеко. Да, пока обычный квест я не беру, потому что нам все равно нужно будет много разных квестов выполнять вот на вот этих всех мобов.
Вот на этой локации, где вот эти чайники водятся. Вот сюда вот нужно будет ходить, где вот раскопки эти. И далее, вплоть до вот этого места. Охренеть, 11 ОП за один данжик. Кстати, я второй этаж башни нежити проходил всего один раз. В компании с человеком, который знал, как ее проходить. И то мы уложились там буквально в последние секунды. То есть там реально меньше минуты оставалось, а там, по-моему, тоже 2 часа дается. Если я не ошибаюсь. И мы буквально в последнюю минуту разбили вот этот главный сундук, который там был. Чтобы, ну, совершить прохождение. Это была жесть. Я не знаю, один я его, по-моему, вообще никогда не пройду. Так, здесь блин. Что? Мердрис? Сервелес, вот мерзавец. Нет ему прощения. Так, где? Ага. Подальше. Точнее, немножко назад. Мне кажется, что-то загуделось там. И это явно не музыка, потому что... Я эту музыку знаю, в самом начале у нее нет ничего. То есть она... Все крайне-крайне тихо, вообще почти не слышно. И только вот с этого момента ее слышно становится более-менее. И то я не знаю, как вам ее слышно или нет. Потому что... Все-таки не стал ее делать на нормальной высокой громкости. Решил, чтобы все было хорошо, немножко потише сделать. Но можем вернуться сюда, непонятно зачем. Собственно, кстати, вот в таком данжике, вы помните, когда он говорил, что я что сейчас будет жуткий квест, оказалось, что это не тот. Когда нам нужно было найти вторую карту, она как раз вот здесь вот лежала, где я сейчас стою. Забавненько так. Ох, я дал Серебролесу одурачить себя. Поверить не могу, что он потерял меня. Погнался за патроном. Скажи во всем Юань, а я пойду в дом мертвых. Почему нельзя было сделать их по порядку? Сначала этому чайнику, потом Рина, потом к Юань прийти. Вот куда удобнее было бы, если бы по порядку надо было. А то бежим туда-сюда обратно. Где там? Ну, уже близко. Прям где-то по прямой у нас будет. Кстати, хоть квестов у нас не так много остается, точнее уровней не так много, то есть у нас еще квестов на 10 уровней, точнее на 9 уровней. Ну, как, конечно, у нас сейчас только 84 квест, так что еще 12 уровней по факту. Ну, уже довольно скоро закончим это. Блин, зачем я это сделал? Гениальный человек. Чтоб меня подорвало. Вот я снова дополз до этого места. Он... Там этот портал. Куда это самый чайник входит? Так, здесь Юань кого-то ищет. Как тебе удалось сюда пройти? Наша лишь одну часть цели убийцы, что случилось? Эрдрикс погибло. Эрдрикс? Отказываюсь верить. Неужели в паттерне достаточно человечности, чтобы попробовать запечатать себе? Неужели уже пора пустить в тело цели убийцы? Возвращаясь в дом мертвых. Теперь надо было. Депортироваться. Так, ничего интересного не лежит. Вот ничего интересного. Тут мне не нафармили. Баф его, почему нет? Баф, в конце концов, нам дают опыта.
все здесь. Не надо было так оставлять Арена или Веродрикс одних. Мы не должны допустить, чтобы смерть Веродрикс, Альдебарана и Айка оказались напрасными. Забудь пока что об отчаянии, помни о нашем долге. Поскольку Веродрикс связана с Башней Мудрых, обычный похороны ей устроить не получится. О ее смерти нужно сообщить офицерам, а они уже займутся погребением. Отсечь ее тело в пустыне гнева. Эту гроб с ее телом. Отнеси его офицеру Данхайку. А он уж ее все уладит. Добрый путь. Какие дела? Отправляюсь в пустыньку. Ну здрасте. Игра, давай. Спасибо. Тун-тун-тун-тун. Зачем я сюда пошел? Давно же мы не виделись, ты видишь? Гроб? Тело Веродрикс. Веродрикс? Как же? О, она ведь была такая добрая, милая. Не плачь, ее смерть была не напрасна. Из разных природных аномалий в Неварите слухи о великом разрушении расходятся с пугающей быстротой. Повсюду предрекают разрушение Башни Мудрых и кровопролитную войну. Если народ станет известно о смерти Веродрикс, многие придут в отчаяние, и хаос только усилится. Со мной связался Кох, говорит, что у него для тебя срочное сообщение. Отправляйся к нему. А что такое? Просто заснул. Как я могу спать, когда весь мир же в пучине хаос? Кому суждено жить, будут жить. Кому суждено уйти, уйдут. Чего волноваться-то? Говорит, все для него срочное сообщение. Да-да, сообщение было, помню. На момент очень срочно сейчас найду. Вот оно. Юань так потрясена смертью Веродрикс, что отправилась к Богу Разрушения всего с одной частью царя-убийц. Так Богу Разрушения не победить. Возьми свое особое устройство и отправляйся в гробницу со скелетами и спаси Юань, Сириус. А к нему было приложено особое устройство. Держи. Ага. Замечательно. Ух ты, какой синхрофазотрон непонятный. Это где эта хрень? Это там как раз. В снегах наших. Нашего забвения. Гениально. Супер гениально, я бы сказал. Просто настолько гениально, что других слов вообще не подберешь никогда в жизни. Где там? Снова ничего интересного. Ну, у смелый наращит неплохо. Можно спылесосить. Так, в принципе. Так, здесь ничего нет, да? Здесь этот чайник стоит. И идемте далее. Ауч. Эта вещица, кстати, хорошая. И даже очень полезная, я бы сказал. Но у нас, к сожалению, нет светящегося желтого порошка. Он довольно редко упадает, а так бы я обменялся.
Куда я пошел? Увлекся, называется. Путешествием. Нельзя так делать. Зерамас. Низерия, не делай так. Идем. Куда там? Где? Здесь? Здесь. Что в тебе? Это место пугает. Ух ты ж вас! О, отлично, пробили. Изменился, нет больше патрона. Выставить против бога разрушения я не могу. И ты не сможешь. Оставь меня. Уходи скорее. Спасайся. Включай эту хрень. И уносим ее отсюда. Уносим ее ноги отсюда. Ух ты, диск воды. Диск воды это неплохо. Ты уже здесь. Я очень рад, что ты с Йонси в порядке. Ты молодчина. Йонси скоро успокоится, не переживай. Надо с ним поговорить. Спасибо. Я зарядно переволновался, не ожидал себя такого. Я знал, что мне не одолеть бог разрушения, но не смогла спокойно смотреть, как умирают мои друзья. Тебе пришлось рисковать из-за меня. Прости. И прими мою благодарность. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, не волнуйся. Мне только нужно собраться с мыслями. Сириус? Ринфрид делает все возможное, но нам, к сожалению, еще не удалось найти регулятор камень души. Пока что и тайный клинок не догнал Серебролеса, раз с него нет новостей. А безумие бога разрушения все усиливается. Всего ли патрон не дает ему причинить вред людям? Мы не знаем, надолго ли ей хватит. Что нам делать? Кто-то тебя и вызвал. Отведи Арианели к богу разрушения. Защити Арианели, чтобы она могла спокойно выполнить свое второе предназначение. Запечатать мятежный дух короля. Мощь бога разрушения чувствуется издалека, что Арианели с ее чутьем найдет очень скоро. Не забывай кинжаль души, который дал тебе патрон. Кого-нибудь, бедное дитя. Я все и думаю о несчастном патроне. Это неправильно, надо остановить хаос. Ты знаешь, где он сейчас? Думаю, на дороге смерти, где гибнет все живое. Если мы пойдем вместе, Прометей нас легко обнаружит. Мы встретимся там. Ну, это далеко, кстати говоря. Оп, оп, оп. Я теперь нехило могу лечиться, получше, чем банками даже. Мне страшно представить, сколько денег я сэкономил, чисто пользуясь вот этим бесконечным зельем. Жалко, что нет никакого способа сделать такое бесконечное зелье. Я имею в виду это, вечное бесконечное зелье, чтобы оно... Был не на 3 дня, а навсегда. Ну или хотя бы каким-то внутриигровым способом получать его. Можно было бы. Там за квест какой-нибудь. Сложный. Сложный квест, и тебе дают его там на день, например. Ну, пройти какой-нибудь данжик там, все дела. Было бы интересно. А, опять игра не вдупляет, что происходит вообще. Отлично. Игра успела вдуплиться до нашего прибытия на место. Ринель зашла внутрь.
Ренели печального патрона. Блин, я видел, видел патрона. Он со всех сил предстоит богу разрушения внутри себя. Кинжал, дай мне кинжал. Пронзив им сердце патрона, я выполню свою волю. Смогу. Ох, воин, Арианель, как трудно, как больно на этот раз, но я знаю, выбора нет. Кому много дано, с того много и спросится, святой Валентин. Кажется, я теперь знаю, что поручил мне Фауст. Поручил? Внутри меня хранится камень абсолютной души и регулятор. Если их уничтожить, человечество вступит в новую эру, это моя последняя задача. О, спасайтесь, бегите, у меня опять просыпается бог разрушения. Так, куда нам надо? А, в дом мертвых. Окей. Сейчас мы сделали, что нам было нужно, или мы смотались раньше времени? Интересно, интересно. Крайне интересно. А, патрон, увидим ли мы его снова? Вы думаете, неужели он пытается уничтожить башню мудрых и регулятор камня души, чтобы запечатать себе навеки? Неужели ему нельзя помочь как-то иначе? Здравствуйте, я рад, что оба вернулись целыми и невредимыми. Я сильно ранен, но могу вздохнуть с облегчением, ведь Юань тоже вернулась. Теперь она здесь, рядом со мной. Так, вот что там будешь? Значит, бог разрушения решил запечатать тебя? Патрон, я думал, он лишь маленькое слабое дитя, у него, кажется, могучая воля. Опасность еще не миновала. Или Прометей найдет регулятор камня души раньше бога разрушения, он не сможет запечатать тебя даже при всем своем желании. Впрочем, отдохните пока, мы отлично справились. Так, тайный клинок. Что скажешь? В погоне за Среборолецом... Давненько мы не виделись. В погоне за Среборолецом я услышал ранение Юани, отправился к Хейлу за лекарством. Он дал мне бутылку и сказал передать ее тебе. Что за лекарство? Даже не знаю. Возможно, кто-то спросил алхимика Суюнг из Форт Руина. Мало кто знает, если лекарство у него варят так хорошо, как она. Поговори с ней. Ну а теперь Форт Руина надо, да? Кстати, вот еще она квест сейчас даст нам. Там еще пару квестов других возьмем. Ну, до Форт Руина, в принципе, не так далеко бежать. Ага, обогнал. Иди сюда. Так, вот сюда, сюда, сюда и вот сюда. Мне нужно в Порт Люкс, конечно. А теперь мне нужно вот сюда. Форт Руина здесь у нас находится. А, кстати, собственно, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео.